здесь порядка 89 квадратных метров. Высота потолков составляет 6 метров 35 сантиметров. Высокие потолки, панорамные окна и вид на самое сердце Барнаула. Строящийся жилой комплекс «Локомотив» расположился в исторической и культурной части краевой столицы, возле кинотеатра «Мир» и площади Победы с мемориалом «Славы». На прежнем месте стадиона, который, к слову, уже давно не функционировал. Однако при создании проекта многоквартирного дома учли его внешнюю значимость для городской архитектуры. Непростой задачей для застройщика будет восстановление памятника архитектуры, а также объекта культурного наследия регионального значения. Это часть трибуны стадиона «Локомотив» со стороны проспекта Строителей. Сейчас она будет воссоздана в точно таком же виде, как и ранее. Сам жилой комплекс монолитный с разной этажностью от 7 до 18 этажей, 818 квартир и более 400 мест для автомобилей на подземном паркинге. Еще одна особенность – самый большой закрытый двор в центральной части города. Здесь планируют разместить зеленый парк с игровыми зонами для детей и спортивными площадками с тренажерами. Для цокольного этажа тоже нашли нестандартное решение. Возникла у меня идея пропустить вот этот пешеходный трафик, очень неудобный по тротуару Строителей, где очень много машин, очень приближен он к транспорту, пропустить их внутри, сделав такую вот торговую галерею пешеходную. Это и комфортно, и удобно. Автор проекта не сомневается, комплекс станет одним из лучших в городе. Он находится в шаговой доступности от детских садов, школ, театров, спортзалов, крупных торгово-развлекательных центров и других общественных мест. Полностью сдать в эксплуатацию многоквартирный жилой дом планируют в декабре 2024 года. София Ценко, Дмитрий Денисов, «День с толком».